В Таразе завершилось первенство страны по каратэ-до. В нем приняли участие 11 команд. Состязались каратисты по двум программам – кумите и ката. В итоге лучшими в командном зачете оказались спортсмены из Жамбылской области, на втором месте команды из города Байконур и на третьем – Южно-Казахстанская область. Главная цель для спортсменов – завоевать путевки на чемпионат Азии. 46 каратистам это уже удалось, и теперь они будут защищать честь страны в Сингапуре. Я к соревнованиям очень долго готовилась, ведь важно было не только победить, но и заработать путевку в Сингапур. Теперь у меня есть год для подготовки к чемпионату Азии. Надеюсь, буду в идеальной форме. На прошлом чемпионате Азии наши спортсмены показали неплохие результаты. В этом году мы также надеемся на призовые места. А такие соревнования помогают отобрать не только лучших, но и увидеть потенциальных чемпионов на будущее.